Полицейские сняли с рейса 46 человек, ехавших в Караганду. У водителя автобуса не оказалось свидетельства на право перевозки. И это продолжение истории с остановкой движения на привокзальной площади. Напомню, в дело в итоге вмешались чиновники. Но результатов пока нет. Билеты по-прежнему продают. В полиции сегодня рассказали, накануне в половине девятого вечера автобус с направлением Павлодар-Караганда пришлось остановить на КП «Акжол» у автогажевого моста. Внутри было 46 пассажиров, а вот у водителя разрешительных документов на перевозку не оказалось. Согласно действующего законодательства, автобус «Вольво» был снят с маршрута следования. Все пассажиры были пересажены на автобус, который предоставил управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области. Ранее конфликт произошел на выезде с автовокзала. Тогда мужчина на автобусе перекрыл движение своему конкуренту. Пассажиры при этом отказались пересаживаться в другой транспорт. На этот раз пришлось настоять. В отношении водителя составили протокол по статье «Нарушение правил перевозок пассажиров». Штраф предусмотрен почти в 13 тысяч тенге. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог активно включилось в разбирательство. Но пока история с ночными пересадками людей продолжается. Артем Клеван, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис».